поддержкой ходит. Вот. Да. Давай, подожди, стой. Да. Вот. Ходить самостоятельно Диана не может. Когда ей было 9 месяцев, врачи поставили диагноз ДЦП. Сейчас девочке 12, и чтобы привести ее ноги в тонус и растянуть мышцы, приходится делать вот такие упражнения с помощью специальных накладок. Это наш груз. И вот так вот по 3-4 часа это мы лежим просто. Девочка постоянно работает над собой, и результат есть, рассказывает мама Дианы Елена. Последние несколько лет дважды в год родители возят ребенка в детский психоневрологический санаторий в Казани. И эффект от занятий там очевиден. Мы из, как бы, сделали маленького человечка, который уже начинает ходить. Начинает на ходунках, ну, с помощью, с поддержкой. Вот только поездки в Казань стоят очень дорого. Двух пенсий Дианы и ее мамы хватает впритык. А главное, там не могут оказать такую помощь, чтобы девочка смогла ходить самостоятельно. Сейчас по улице ребенок передвигается на коляске, но недавно у Дианы и ее мамы появилась надежда. У нас принимал китайский врач Шенькуль, ну там написано. В общем, смотрел ее и сказал, что ребенка можно поставить на ноги. Она просто будет сама ходить. Но для этого вот надо провести несколько операций. 4 операции стоимостью в 1 300 000 рублей. По словам Елены Перескоковой, китайский врач дал 100% гарантию, что Диана сможет ходить сама. Вот только сумма, которая нужна для лечения за границей, для семьи слишком велика. Помочь Диане начать ходить может каждый. Для этого нужно отправить смс на номер 3434. Со словами «это чудо слитно». Пробел, сумма платежа, пробел, Диана.